каждый из нас, то, что хочет каждый из нас, да? Вот поэтому вот уже 100 лет мы посмотрим еще долго. Все, Чаплин великолепен, квартет прекрасен, все было здорово, спасибо. Что это организуют, потому что вообще Чаплина по-другому немножко для нас открывает. Очень понравилось. Живая музыка, особенно фильмы Чарли Чаплина, это они очень классные, очень веселые, смеялся от души. Очень много позитивного сегодня было, как для взрослого поколения, так и для детей. Это очень важно. Чарли Чаплин и соединение с камерной музыкой, я думаю, что это бесконечное открытие. Сумма с изображением, она каждый раз играет по-другому. Это еще зависит от зрителя. Я имею в виду не себя лично, а вот это тысячи человек, которые пришли сегодня. Каждый из них сегодня сделал свои небольшие города с музыкой. И это заслуга музыкантов. Ну, конечно, заслуга, простите, Чарльза Спенсера Чаплина-младшего.